размораживаете. Макаете в кляр и жарите на сковородке. В обильном масле. Вообще, Лося, вообще. Покажи, что он ест. Вот. Получатся такие пельмени, как бы вареники, но жареные. Очень вкусно. Голову не зарезай. Нельзя, когда пьет. Давай со спины сниму. Нормально, еще нормально. Раз, еще один нормально. Кадр, я ноги, со спины возьму. Ноги вставил, все хорошо как раз. За воротом, внезапно, типа, как бы. О, это вкусно. А что там внутри? Какая начинка? Фарш, то, что в пельменях обычно. Может, просто. Да. Это кабовярский пельмень. Кабовярский вареник. Пельмени тут не подают. Ты смешно комментуешь. Я не буду цей вареник їсти. У мене срака буде потім рости. А ви, Женя, що ти відчуваєш для цього вареника? Я, в отличие от Антона, не чувствую ровным счетом ничего, кроме панировочных сухарей и масла. Где же вареник? По-моему, ничего нет. Только духари. А какие чувства у вас вызывает этот вареник? Вареник? Этот вареник похож на вареник? Этот вареник похож на вареник больше, чем на стрекозу. Потому что на стрекозу вообще ни хрена не похож. Стрекоза, она более дзззз, а этот более жирный. Вы поборолись со стрекозой? Я все еще борюсь. Я все еще в процессе. Мы как бы договорились, что мы не будем останавливать этот процесс. Потому что процесс не оставим. Да. Спасибо, с вами была кабовярская ведущая. Спасибо.